Дорогие братья и сестры, Dear and sisters, Церковь Господа Иисуса Христа, the of the Lord Jesus Christ, этот прекрасный, благословенный воскресный день, and this and Sunday, который Бог подарил нам в нашей жизни, that the Lord has given us in our lives, когда солнце взошло над землей, when the sun has from the earth, когда мы радуемся этому новому дню, where we in this new day, когда мы видим лица ваших, вас, братья и сестры, я бы хотел бы вместе с вами, Просто прославить нашего Господа Иисуса. To our Lord Jesus. Он достойный славы. He the glory. Давайте скажем, слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Он достойный славы. He is the Мы пели псалом. We sang a song, даже если не станет овец в загоне. Even if no sheep in the pen, и виноградная долза не даст плода. And the wine, the do not give wine. То есть другие, любые какие-то Uh, необыкновенные обстоятельства, Some extraordinary circumstances. все равно, still, все равно, still, я буду славить Господа Христа. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! О, наш Господь достоин славы! Я бы сегодня хотел проповедовать тему, вместе с вами порассуждать, Тема, которую я назвал «Благословение церкви». Я знаю, что благословение независимо для кого. Для людей. People, для семьи. Families, для церкви. Church, оно имеет великое значение. Если вспомнить дальние, в древние времена. Days, когда отец, патриарх Иаков. When the, uh, the patriarch Jacob, он уже знал, что время его пришло к концу его жизни здесь, на этой земле. Он созвал своих сыновей. He his sons, и, как Библия говорит, и дал каждому свое благословение. Для каждого сына. For every son, каждый получил из них свое благословение. Every one of them their Я знаю, что все дети любят благословение. I know all

но я помню его благословения. Когда мы стояли вместе, с ним, когда он лежал на своей больной кровати, him, bed. когда он благословлял меня, я говорил слова благословения. Я помню одно из этих благословений, которое отец мой сказал для меня в <coughs> уже последние дни его жизни life. из книги псалмов. Там было такое слово: there is this word, Бойтесь Господа, святые Его. Fear the Lord, o you saints, ибо нет скудости у боящихся Его. Я помню эти слова до сих пор. Как мой отец мне достал такое прекрасное наставление. When my gave me this благословение на всю нашу жизнь. Бойтесь Господа, fear the Lord, святые Его. O you saints, ибо нет недостатка. В Божьих благословениях. Нет недостатков, Его. недостатка в боящейся Его. Потому что это действительно благословения, они, которые приносят радость и жизнь. Я сегодня хочу поделиться одним стишком из места Священного Писания. Как я говорил, благословение для Церкви. для Церкви. Это будет. И книга Деяний Апостолов. This will be the book of Acts. Девятая глава. Chapter Тридцать первый стишок. Verse 31. Один стишок. One verse. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. In the book of Acts, a blessed man of God wrote, who was a doctor by profession, his name was Luke. И он написал первое Евангелие Луки. He first wrote the Gospel of Luke, а теперь написал второе. And also wrote the second, второе книгу. The second book, Деяния святых апостолов. The Acts of the Apostles. И он описывает состояние первой апостольской церкви. He describes the condition of the first apostolic church, как она образовалась. How was formed, как она родилась. Как она родилась. Как дух святой действовал в церкви? How the Holy moved in the как Божья благодать наполняла людей? How God's the Если вы помните, то в первый день той пятидесятницы, in the first day of день рождения церкви, было очень короткая проповедь апостола Петра. Peter, но это была самая мощная проповедь, исполненная силой Духа Святого, и Божьего помазания. Когда люди не думали, что случилось с людьми, them, которые были собраны в одной комнате, room, и когда они начали говорить на иных языках, и там tongues, было 18 наречий, 18 и, и, и люди там были вирусовыми, присутствующие

не просто говорили на иных языках. Этот евангелист написал, wrote, что они говорили о великих делах Божьих. Прославляли Бога. А люди думали, что они пьяны. Они думали, что они пили сладкую вина. И начали говорить что-то непонятное. Но апостол Петр встал. И удивительное слово подняв руку и сказал, Мужи, братья». Men and brethren, не дивитесь, что это случилось так. Do not that this had это исполнилось то пророческое слово, которое Бог когда-то говорил. Через пророка Иоиля. И будет последние дни, и зальет Духа Моего на всякую плоть. Они не пьяны. Not drunk. Нет. No. Они трезвые Послушайте, что Дух Святой говорит через них сегодня. Этот первый день, день рождения церкви, the birth 3000 душ пришло к Иисусу Христу. О, аллилуйя! Братья и сестры, представьте себе, какое могущественное слово Духа Святого было в этом собрании. Три тысячи людей приняли Иисуса Христа как своего спасителя. Вот это благословение. Благословение. Братья, дорогие и сестры. И далее... And later it was said that not always it happened that way. Like the first day of Pentecost. Затем Господь начал делать свое дело в народе. Господь простил руку для соделанных знамений и чудес именем Сына Иисуса Христа. Первое исцеление, которое произошло, или Господь использовал апостолу для совершения чудес. Господь использовал апостола Петра и Иоанна, которые шли в храм помолиться. И на той дороге у этих ворот сидел человек, man, Вот до этого матери никогда, никогда не ходил. Но он сидел, mother. просил милости. Дайте, alms. Give, give Дайте, Дайте give милость. Дайте милость на пропитание. Alms. Поддержите меня. Я не могу ходить. И когда те апостолы подошли, came, братья и сестры, sisters, я во всякий раз, когда читаю или вспоминаю эту историю, для меня это очень восхитительная история. This is a wonderful story. Как Господь действует на этой земле. How God moves on the earth. Когда Господь простирает руку свою. When the Lord stretches his hand. Апостол Петр посмотрел на того человека. Apostle Peter looked at that and said, Look at me. Посмотри. Look. Тот внимательно посмотрел на него. And he looked. Кажется, человек как человек. Нету большой сумки при себе. Нету с ним никакого кошелька, They didn't have a wallet with them, чтобы можно было видеть, что у него что-то есть при с ним. Но он произнес очень важное слово для этого больного человека, person, хромого человека при том. То, что я имею, have, то я даю тебе. Что я имею, то даю тебе. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Встань и ходи. Get up and walk. А Отче. Аллилуйя. И поднял, подал руку ему. And he gave him his hand. И протянул ему, поставил его на ноги. And he put him on his feet. И этот человек встал, начал ходить. And that person got up and славе Бога. And he was rejoicing. Друзья, дорогие, Dear friends, Бог наш не изменился. Our God has not Он тот самый вчера, He's the same сегодня и во веки веков. And he will be да будет слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Хвала ему во веки веков. Что имею, то даю. I have, I Конечно, можно дать только то, что ты имеешь. То, что ты не имеешь, ты никогда не дашь. Потому что у тебя нету то, что давать. А что имеешь, have, то дай. Что мы сегодня имеем, дорогие мои братья и сестры? Have, что мы сегодня можем дать друг другу? Что мы можем разделить с друг другом? What can we divide for each other? Дайте во имя Господа Иисуса Христа те благословения, которым Бог благословляет вас. Апостол или Евангелист Лука говорит, по церкви, по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое. That all the churches in Judea, Galilee, and Samaria were in Peace. peace. Видите, братья и сестры, see, sisters, слово «покой» или сказать даже «мир», peace это имеет великое значение. Я думаю, что на земле нет такого места и ничего прекраснее, чем Церковь Господа Иисуса Христа, чем Церковь, которая наставлена в истине Божьей, чем in Церковь, которая провозглашает спасение живущим на этой земле в Иисусе Христе. И для духовно зрелого человека нет лучшего места как быть в Церкви Господней, в Доме Божьем. Я не говорю, братья, сегодня, как говорим о Церкви, я не говорю, что это здание,

такой благословенной церкви, and so to be in a где есть мир. Предыдущие главы говорят о тех, что нам возникали, после этого начали быть гонения. особенно, как я сказал, первое гонение после того, когда Господь исцелил этого хромого. Healing, повели их к первосвященникам. Запреты. Не говорите. мы вас посадим в тюрьму. Мы набьем вас, они били, и даже Библия. Я удивляюсь этому слову, что Господь говорит через Луку. Люди, апостолы вот эти, которые получили довольно удары вот первосвященникам. Они радовались. Почему радовались? Why rejoicing? Потому что удостоились за Иисуса Христа принять такое поношение. Получить такие побои. To receive these beatings. И пришли и пересказали своим. А те подняли руки свои к небу. Позблагодарили Бога. And they praised God. И когда они молились, and the, when they were praying, Слово Господне говорит, the word of God says, что

ревностный, There was this, uh, как он сказал сам о себе, фарисей из фарисеев. Pharisee молодой человек. Man, ну, мы все знаем, что молодые всегда. Мы были молодыми. Всегда мы были такими крепкими, ревнивыми. We young, we спешили что-то сделать для Господа. We God, и несмотря ни на что. Я помню, как-то те советские годы, когда нас забирали в армию, мы не хотели army, идти туда, потому что знали, что это не то место, куда нам, нам было бы идти. Но мы должны были исполнить государственный долг. И government. когда нас, христиан, so церковь провожала в эту армию, army, это провожали с постами молитвы. И от того, от того дома, где нам нужно было идти в военкомат, And from that house, we had to go. There was a whole procession. As if a parade. And mostly we would sing on the road. And I remember when our pastor was called up to the council, and they asked him, Why are your people? И провожают ваших ребят в армию с пением. Это религиозные песни. Вы не имеете права петь этого. You don't have permission to sing them. Это есть специально отведенные места для этого. There are specific places Но идти for them. по городу, But to walk on the streets, тем более через центр города, through the center, Нельзя вам. You're not Мы вам запрещаем. We you. Я помню, как наш пастор сказал, рассказывал-то он. И он сказал, что что я могу сказать этим молодым людям? Вы забираете people? молодых людей. You're these young Они такие горячие, крепкие, сильные. People, and They are burning with the desire to share because about I Jesus. So I can't say no to them. And I won't. Dear friends, there were these Pharisees, these high priests, that forbid. But my friends, came this day, when this jealous ременителя закона Моисея. Господь использовал его для своей славы. God used him for his glory. Произошла то неожиданная встреча, которую он не ожидал. This that happened, he did not что он не думал, что его кто-то может встретить на пути. Что он не думал, что кто-то может изменить его помышление. That anyway, но эта встреча произошла на дороге в Дамаск. И это был Иисус. Jesus. Иисус. Jesus. И с этого момента, и с этого момента, этот Человек, который так гнал церковь, moment, так преследовал church, церковь, church, он стал прекрасным, благословенным апостолом. Он пошел в Дамаск, Damascus, получил исцеление, healing, исполнился духа святаго, Spirit, и научился дерзновением проповедовать об Иисусе Христе, что Иисус Христос есть Господь, что Иисус Христос есть Сын Божий, люди. И этот были не он ли Это не он. А теперь мы слышим. Братья, дорогие сестры, пришло покой в церкви. Came peace to the и те слова Господни мы читали: три региона: Иудея, Галилея и Самария. Церкви они были гонимы, were not они persecuted. были в покое. They were in peace. Дорогие братья и сестры, and как прекрасно How иметь покой внешний! когда тебя не преследуют, когда тебя не гонят, когда ты можешь свободно прийти в дом молитвы. Я помню, когда мы приезжали сюда, в этот Америка. Мы помню, с моей женой Тани говорили we speaking, speaking wife, о том, что нам хочется, чтобы нас воспитать, воспитать наших детей that we wanted to raise our children in peace, and peace. that our children would know Jesus Чтобы Christ that would, they would grow in grace that they would live without persecution that they can freely say that Jesus is Lord that was one of our goals moving and here. here and we are here today praise be to Jesus I believe many of you came and for that reason наши, and today our children, наши внуки, our grandchildren, сегодня в церкви Господа Иисуса Христа, are in the of Jesus и мы прославляем покой, and we that внешний peace. покой. Peace. Церкви умножаются, and the is Евангелие проповедуется, свидетельствует о Воскресении Иисуса Христа. Братья и сестры если так дорог мир so valuable, снаружи, иметь покой, peace, без страха и сомнения, doubt, то насколько больше so more, иметь внутренний мир, peace, внутренний покой, peace, внутри церкви, church, внутри отношения, between brothers and sisters between husbands and wives, between husbands and wives children and parents this, this peace is most valuable complete and full peace we can only find it in Jesus only he can give us that peace brothers and sisters how can we reach that peace? Как можно достичь этого мира? Первое, что я хотел бы сказать. Сегодня же чуть брат Юра напомнил нам, или брат Мирослав. Говорил, что было некоторое волнение на прошлой неделе, переживания. В церкви молились за предстоящие выборы, которые прошли. Мы благодарны Богу, что есть Богустройство, Бог мира и Бог покоя. Мы благодарим нашего Господа. Слава God. Ему за это. Слава Ему. Аллилуйя. Апостол Павел дает нам прекрасный совет. В первом послании Тимофея, вторая глава, First Timothy, chapter two. первый и второй стишок говорит так. First two verses say. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы нам проводить жизнь и Therefore, I exalt first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Brothers and sisters, pray. Pray, the word of God says. Я понимаю сам, I myself, что без молитвы prayer, нам ничего не достичь. Без молитвы можешь каких достичь каких-то либо успехов. Prayer, но не тот будет успех, kind of который дарует Господь Иисус Христос. Поэтому я сегодня, дорогие братья и сестры, приглашаю всех вас, you, чтобы нам проводить жизнь тихую и so безмятежную, молитесь за благосостояние города, for the, for the в целом страны. For the city and for the country, that God's peace would fill our churches, our families, and our homes. And especially pray for the condition of your families. чтобы в доме, каждом доме, в каждой семье был Божий мир, который так дорог, чтобы мы могли прославлять нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел продолжает Римской Церкви говорит, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Стремитесь к этому миру. Мир так, или покой не так легко он достается. Необходимо приложить максимум усилия. Необходимо приложить старания, чтобы сделать, чтобы был мир. To to sure Врагу душ человеческих никогда не нравился и не нравилось. Like. Когда в семье отношения между мужем прекрасные, благословенные. Ему, наоборот, хочется, чтобы эти семьи, они рушились. Дьявол никогда не нравился, когда в церкви боже... царит божественный мир и покой. Like Он старается посеять какую-то вражду, ненависть, enmity, сомнения. Но Слово Божье и Дух Святой сегодня приглашает всех нас. Стремитесь к миру. Благословляйте друг друга. Любите друг друга. Поддерживайте друг друга. Это для нас сегодня. This is for us today. И пусть Господь благословит всех нас. And may the Lord bless us all. Второй апостол. Апостол израильский, иудейский апостол, как мы говорим. Также написал в первом послании третьей главы. С 10 по 12 стишок. From, uh, 3, verse 10, он написал очень удивительные слова. He wrote words. Ибо кто любит жизнь?

Это, друзья, дорогие советы, которые помогут нам жить в мире и покое. Это советы, которые я Господь дарует для нас сегодня. This is the that God gives us today. Поэтому да будет имя Господне прославлено. So may the name of the Lord be Следующее, о чем говорит Слово Господне, это uh, Лука записал. And the next thing that Luke wrote, это назидание. This is назидание – это то, что приносит нам пользу. Us то, что удовлетворяет нас. То, что дает для нас прибыль, сказать. И поэтому Слово Господнее, друзья мои, приглашает так, так же и нас, so чтобы мы были назиданием друг для друга. Давайте мы прочитаем, братья и сестры, read, Слово Господнее. Первое Послание к Римлянской Церкви, 14 глава, 26 стишок. 14, 26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть целом?

Друзья мои, на земле нет более благословенных людей, чем люди, которые пребывающие в библейской христианской церкви и получающие ответы из Писания на все вопросы нашей повседневной жизни. Там мы можем получить наседание. There we can receive edification. Там мы можем получить общение друг от друга. We can receive fellowship. Там мы можем получить поддержку. We can get encouragement. И как нам дальше жить? Назидая самих себя. Edifying one Когда another. вы сходитесь, When you get together. мы не приходим, братья и сестры, сегодня в собрание только для того, чтобы послушать какие-то политические темы, обсудить состояние мира. Brothers and sisters, we don't come to the church to talk about politics or to hear the political state. Но ну, мы приходим для того, чтобы сегодня Поддержать друг друга. But we come to one another. Получить наседание от нашего общения. И общение мы читали, оно зависит от многого. Это будет песнопение. Is, Это будет поучение. Это будет язык. Я имею в виду язык э, на языке на иных языках. I mean и через истолкование мы можем получить откровение. Это наше наседание. Вы думаете дорогие мои братья и сестры. Think about it, my dear brother. In today's service, do we receive edification in our church? I receive it. And many times on Wednesday services, I said, Let's sing the song, How Much I Love Your Church. And our sister said,

О страхе Господнем есть много говорить о чем. There's a lot to say about the fear of the Lord. Очень много говорить о страхе Господнем. There's a lot to speak about the fear of the Lord. Хождение в страхе Господнем это благочестивая жизнь. Walking in, in, the, in the fear of the Lord is godly life. Мне вспоминается место священного Писания I'm of a of и старого Завета, from the Old где повествуется об Енохе. When it talks about Enoch. Мы вспомним Еноха. Remember Enoch? Библия говорит, что Енох The Bible says that Enoch walked before God. Я не знаю, братья и сестры. Английский перевод говорит, Енох ходил с Богом. And the English translation says that Enoch walked with God. Ходить пред Богом или с Богом? Walking before God or walking with God? Но это очень стало славно. But it's wonderful. Человек, который имеет страх Господний, God, имеет благочестивую жизнь, life, он только может и получить это благословение, иметь этот страх Господний. Помните, в Деянии Апостола 10 главой повествуется в одном человеке, это время Нового Завета уже. Человек по имени Корнилий, который был не из народа израильского, Человек, который был из языческого народа, притом он был военный человек, he was a он был сотником, he was a у него подчинение было сто человек, 100 и он командовал him, ими. Но Слово Господне говорит, says, что человек этот Корнилий, man был благочестивый человек, man благочестивый и боящийся Господа, God, братья и сестры, заметьте очень внимательно. And remember, and человек this, благочестивый и боящийся Господа не просто только сам, God, him, himself, но со всем домом своим. То есть жена, so wife, дети, children, слуги, servants, кто у него есть в том доме, house, они были богобоящимися. Я бы так хотел быть в таком прекрасном благословенном доме и работать вместе с ним. Человек, который боится Господа, который знает Господа, который благочестив, и этот благочестивый человек, мало того, он делал много милостей для народа Божьего. И когда Господь явился этому человеку, через ангела, Господь сказал, иди, произови Симона. Называй ему Петром. Он скажет тебе слово, которым спасешься ты by which you will be saved, и дом твой. And your house. Братья и сестры. аллилуйя. Ходить в страхе Господнем. Это величайшее это величайшее благословение для нас. This is a wonderful blessing for us. Благословение для всех, для Церкви Господней. Blessing for the Church. Сущность страха Божьего – это осознание Его святости, справедливости и праведности. The essence of the fear of God is осознание Его святости, recognizing His holiness, справедливости, His justice, его праведности and His righteousness. и познание Его братья и сестры, And to know Him. И полное понимание его заповедей. Страх Господень, друзья, он всегда ведет к жизни. Страх Господень, так книга притчи говорит, что человек, который имеет страх Господень, Proverbs, ведет его к жизни. Goes through life. И он всегда будет доволен. Be, всегда будет доволен. Человек, be content, который имеет страх. Независимо, какие обстоятельства. No the Поэтому пусть Господь, Господь поможет всем нам. Мы понимаем, братья и сестры, что страх Господень включает то, что Господь ненавидит грех. И... Это, друзья, and this, my friends, вдохновляет нас, this us. чтобы мы могли сказать греху «нет» say, no sin. и, и праведность и святость для Бога yes. «да». Say, yes Братья и сестры, sisters, как важно, вы вспомните, мы в прошлые разы говорили, в прошлое воскресенье вспоминали Иосифа, remember, we Joseph, его жизнь, как он говорил даже братьям своим, он сказал, братья мои, said, brothers, я боюсь Бога. Я боюсь Бога. Я не сделаю вам никакого зла. Я you. живу с Богом. И Бог меня провел до этого времени. Пусть Господь, братья и сестры, все поможет нам. Помните тот момент, когда народ израильский подошел к горе Синай? Remember that moment when Israel came to Sinai? дымилась. And that mountain was громы, молнии сверкали. They had the thunder. И народ, который был вокруг этой горы, and the people who were around that, that mountain, mountain. It was in fear. And they were so much fear. And they came to Moses and said, Moses, you go and talk to God. And then you'll come to us and tell us. And the people feared. And Moses, Помните, мы читаем и говорим то, что даже... Я сам в страхе был идти к Богу. And Moses says, I was Идти Богом, братья, к Богу. To go to God, Это действительно необходимо быть человеком благочестивым. To need to Необходимо действительно быть человеком Бога To be Знать, что ты идешь не просто на общение с, человек, с человеком, человеком. Можно пристать перед человеком и сказать, или показать вид, какой ты есть на самом деле. You can have an when you come to свое лицо. Но пред Богом. God. Но пред Богом, but, but for God, который Бог-сердцевидец, который, который всезнающий, никогда ты не подменишь своего состояния. Бог не любит греха, like но sin, Он любит человека, человека, который кается пред Богом, repents, чтобы ему ходить в обновленной жизни, life, чтобы ему ходить пред Богом свято. Поэтому, друзья мои дорогие, Слово Господне говорит, Страх Господень. Книга 19 глава. Chapter 19. 23 стишок говорит. 20. Страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен. Друзья uh, мои, uh, давайте friends. заметим еще раз. Люди, которые имеют страх Господень, они всегда будут довольны. Всегда. Always. Что будет в жизни? Whatever happens in life, но они довольны. They are Есть книга про Исаия, там 33 главой. 33. не помню, какой стишок. I don't what Но verse. там есть такое слово, word, что люди, которые будут бояться Господа, Lord, говорят, что ты назовешь страх Господень твоим серебром и золотом. The the твое будет сокровище твое, богатство твое. И награда, братья и сестры. And the reward ходить в страхе Господнем, To walk in the fear of the, the Lord. для нас. Is promised to us. Снова опять же притча 22:4. And uh, Proverbs 22. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Поэтому, дорогие мои, so ones, не напрасно мы имеем страх Господень. И это принадлежит для церкви. Еще, друзья, очень коротко, again, в двух shortly, словах.

как Слово Господнее, это как две струи, которые описаны в книге пророка Езекииля, 47 главой. Когда Езекииль видел, что они вытекали из-под порога храма, и там в Слове Господнем написано, что когда эти две струи вошли, то есть эти воды сделаны здоровыми, там была жизнь, там появилось много рыбы. There was a lot of fish. Там благословение. There was Дух Святой и Слово Божье. Это неотъемлемая часть жизни Церкви на этой земле. It's an part of the Это благословение для Церкви Иисуса Христа. Церкви последних дней. A of the end times. И поэтому Церковь растет. And so the grows. При этом всем Церковь растет. And this, the Пусть Господь, grows. братья и сестры, благословит всех нас. May the Lord bless us all. Чтобы мы ходили все в страхе Господня. Чтобы вот эти все, чтобы мы Сегодня перечислили покой, That we talk about peace. чтобы чтобы мы перечислили покой, назидание, страх, Господень. Uh, the утешение Духа Святого было наследием нашей церкви. Было наследием нашей семьи. Чтобы мы могли утверждаться и возрастать в Божьей благодати и благословлять имя Господне. Я призываю вас для молитвы. Братья и сестры, давайте благословим имя Господне. May our Lord be blessed in the name Alleluia. of Jesus.